Расскажи, говорят, про год, а весь год был кромешный ад. Я себе вырывала глаза, чтоб любимый не брел наугад. Я себя распускала клубочком, чтобы он брал золотистую нить. Выходи же из подземелья, тебе еще жить и жить. Я себя разрезала, как тесто, чтобы он ел мою свежую плоть. Я ложилась послушным барашком, чтобы он мог меня заколоть. Отмывала в купели, поила когором, укладывала в кровать, чтобы утром он мог проснуться и спокойно меня предать. Чтобы высосал все мои соки и вытянул все мои жилы, чтобы больше уже никого я к себе на порог не пустила, чтобы не было сил писать ни стихов, ни похмельной прозы. Непутевый Иван дурак не стрелой вошел, а занозой. То не год был, а сущий ад, говорю без прикрас, как есть. Потому что крепчала плеть, тяжелей становился крест. Разъедала горячей солью щеки, плечи, окно балкона. Столько дней с телефоном в руке, столько ночей бессонных. А потом я дошла до края и спрыгнула вниз с обрыва. Потому что за весь этот год я ни дня не была счастливой. Потому что устала до жути, до чертиков, до безумия. И теперь я сижу на таблетках и выгляжу, будто мумия. И теперь у меня ничего, кроме выскобленного сердца, но от рваных и вязких флешбеков все равно никуда не деться. Я себя распускаю клубочком и хватаю прозрачную нить. Как мне выбраться, покажи, и как после этого жить?